Привет, меня зовут Марина Матушкина, я наставник Академии Танцы Дэнс, я преподаю Contemporary Dance. Сегодня мы разберем с вами одно из движений, которое очень часто используется в Contemporary Dance. Оно прекрасно само по себе, но еще отлично его использовать в утренней зарядке, даже если вы не планируете заниматься танцами. Для начала нужно принять правильную позицию, это очень важно. Мы находим седалищные кости, здесь такие две косточки, вы их сразу точно обнаружите. И под ними выстраиваем наши ноги, коленки, под ними находятся и стопы. То есть все наши части тела расположены на двух параллельных линиях, и они сходятся здесь, в наших косточках. Второй момент. Колени у нас мягкие, пружинистые, и мы жестко их не фиксируем. Таз мы направляем точно копчиком вниз. Это очень важно, чтобы спина была прямая. Да? Без прогиба. Не ориентируйтесь на ягодичные мышцы, ориентируйтесь на ощущения в спине. Здесь прямо. Иногда бывает не очень удобно, но это только поначалу. Плечи мы поднимаем наверх и сбрасываем. Шея не зажатая, мягкая, свободная. Мы готовы. Мы будем делать два движения. Roll up и roll down. Roll down мы опускаемся вниз, roll up мы поднимаемся вверх. Представляем наш позвоночник в виде бус. Каждый позвонок – это отдельная бусинка. И очень медленно, начиная с самого верха, мы опускаем наши позвонки, наши бусинки вниз. Подбородок оказывается на груди. И продолжаем очень медленно, ощущая каждый позвонок, опускаться вниз. Поначалу ощущение каждого позвонка может не случиться. Но со временем, если вы будете практиковать это движение каждый день по несколько раз, вы научитесь чувствовать позвоночник каждой в отдельной части. Это roll-up и roll-up. Для того, чтобы сделать roll-up, нам нужно чуть-чуть присягнуть колени и тазом, нашим хвостом, копчиком, потянуться вперед. Мы тянемся вперед, тем самым поднимаем корпус вверх и медленно, медленно раскручиваем обратно, возвращая все части нашего тела на свои места. Посмотрим, как это выглядит сбоку. Итак, то же самое. Меняем правильную позицию, проверьте спину, свободные плечи, свободная шея. И опускаем сначала подбородок на грудь, но мысленно мы движемся вдоль позвоночника. Каждый позвонок опускаем медленно вниз. Руки свободные, не зажатые. Свисают как две, слегка перевариваем поколение. Смягчаем колени, таз вперед и раскручиваем себя аватом. Вот и все. Если мы будем делать это несколько раз, это отличная разминка для позвоночника. С каждым разом вы будете чувствовать, что опускаетесь все ниже и ниже. Это очень приятное ощущение. Ну и это полезно для Contemporary Dance. Приходите танцевать!